Здравствуйте. 14 февраля, 25-й лунный день. Садис санчерский земли, день для новорожденных. Благоприятный для ритуала призывания долгой жизни, благосостояния, бурения скважин, проявления щедрости, размышления, медитации, обращения к учителям, Буддам, начало обучения, приручения диких животных, установлению фундамента, советоваться с мудрецами, ламами. Ребенок, родившийся в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым. В глубине души будет обладать храбростью. День неблагоприятен для операции глукования, кровопускания, сотовства, использования чужого труда. Благоприятен для людей, родившихся год. Коровы и змеи. Неблагоприятен годам. Лошади, мыши и зайца. Илгинском цепчон дуане хорл сумбум, изречение мудрецов, мани дуане цуро юру, джуд дуане тэн харюга на бурецком языке. Будьте достойными.